как отмечают старый Новый год. На лагере шейкера жительницы Двами. Вот так примерно. С учетом того, что у нас аэродром через дождь, это рок-н-ролл. Посмотрите, какая у нас обстановочка, радуга была, так что. Ирак улетела. Открывай форточку, тише. Наливай. Осторожно, чтобы не разлей, палагер липким будет. У нас на борту все было. Волков! Волков Airlines! Не, я слушаю, я не могу показывать, что я пью на борту. Планер сам летит. Глянь, в принципе, если я ручку поставил на автопилот, главное, чтобы еще автопилот посадил нам планер. Садится нам через дождь, поэтому будет весело. А? За бутылочку. Оп, о. Так, смотрим. В принципе, нормально. Должны прорваться. 800 метров у нас дефицита. Даже через дождь пройдем. Так, что там с батареей питания? Переключись на первую батарею. Переключайся на первую. Моторную тогда оставим на мотор, если что. О, перед грозой тянуть начинает. Так мы сейчас наберем, йо. В чем проблема? Только, пожалуйста, без пируэта. Подожди, давай я тебя сниму. Вот с левой стороны камера. Покажи, пожалуйста. Глубоко уважаем летчикам планера транспорта. Какой сервис на Волков Airlines? Авиакомпания. О, смотри, поточек стоит. Глубоко уважаемые любители планерного спорта, я вам хочу показать просто окружающую обстановку. Это 13 этого самого января 2020 года, да, и, собственно, Новый год старый. И вот так вот мы на старый Новый год прекрасно. Слушай, а давай доберем, чем мы как дураки будем. На старый Новый год, да? Да, сейчас доберем. Давай, я взял. Ты набирай. Хорошо. А я пока поснимаю глубоко уважаемый любителя планерного спорта. Еще конюлю можно снять. Хотя нет, 3700. Ну ладно, они меня не таким красивым делают. Вот. Смотрите, как у нас весело. Какой зоне? Нет, все нормально. Мы рядом с этой зоной, но не в ней еще. Вот так вот мы спокойненько набираем высоту и сейчас скоро пойдем на посадочку. Потому что времени уже 7 часов вечера, 7 час вечера. И, собственно, хочется, так сказать, приземлиться и выпить шампанского наконец. Вы видите, вот. Вот оно, шампанское, целая бутылка открытая. Открытое в небе, очень вкусно, если вы понимаете, безопасность наша, это все. Вот наш аэродром. Ну, вроде как неплохо все. Не должны мы там нарваться на какие-то приключения. Причем, опять же, планер летает сам. Я вообще ничего не делаю. Ты ничего не делаешь? Покажу руки. Вот, я свои руки покажу. Посмотрите, сейчас Волков Airlines нальет. Подождите. Я с ключом пилот. Ну да, гляньте, да. Ну, то есть вот. Подожди, я за кончик бутылку возьму. Не, подожди, ты держи бокал, я тебя так налью. Оп! Посмотрите, Волков Airlines. Мало того, никто не рулит планером. Он сам летает. Мало того, набирает как. Да, в общем, такая вот погода-бомба. Ну так вот мы красиво летаем. Все когда-то 21 раз. Да. Собирали шампанское. Ой, хорошо. Собирали шампанское. Главное, планер летает, и вот все равно прекрасно. Замечательно. Видите, я... Нет. Студенту можно, мне нет. Мне сажать планер, поэтому я... Эх, жду, когда я наконец-то приземлюсь. Это будет скоро, я думаю. Планер летает, посмотрите, прекрасно, принцесса. Ручка как влетая, вот она, на месте стоит, не шевелится. Скороподъемность, правда, небольшая, всего лишь там 1.5 метра в секунду, но в целом принцесса, как всегда, на высоте взяла управление в свои руки.
Вот у нас есть дождик, который... Аэродром за ним, поэтому аэродрому, в общем-то, не мешает дождик. А так как видите, дальше светло, солнце, то это такая локальная тучка. И мы ее сейчас с хорошей высотой, которую принцесса набирает сама. Дело в том, что в той стороне, где гроза, находится такая здоровенная сухая речка, которая как бы является водоразделом погоды. И, как правило, все грозы вечером, они где-то на ее линии. Вот сейчас ровно на линии этой реки находятся грозы. Вот даже реку вы это видите, вон она. Сейчас просматривается, на нее светит солнышко. И вот за ней начинается самая, в общем-то, основная задница. А на нашем аэродроме этой задницы нету. Сейчас молния была, может быть, вы видели. Вот. А мы сбоку этой системы замечательно катаемся, в общем-то, радуемся жизни. И вы посмотрите, вот, в принципе, как красиво. Какое буйство природы, какое просто вот ух. Ух, полный ух, в общем-то. Вот, такой вот познавательный полетик сегодня. Скорость у нас получилась где-то 125 км в час, что вполне, если бы взлетали как положено в 10, можно было и 1000 пролететь, так получилось только 700, потому что времени мало, очень поздно погода пошла. Но зато, видите, не каждый раз посмотришь такие фантастические красоты. О, радуга пошла. Сейчас вам еще радугу покажу. Вот она проявляется, радуга, может быть, сейчас поближе подлетим. Вот она как раз, видите, вы даже видите рождение радуги. Она набухает, наливается. Я еще к ней курс меняю. О, в погоне за радугой. Красота! Ну вот так вот можно прекрасно летать на планере. Видите? На самолете тоже так же можно прекрасно летать, но... Я думаю, что на планере, на самолете мне было бы сейчас страшнее. Хоть у него есть мотор, о, молния. Ой, просто восторг. Вот, рождение радуги. Ну как рождение? Мы просто зашли в то место, где пересекаются лучи солнца. И, собственно, тот угол прибавления, который нужен, достигается у солнца и нашего взгляда. Пошла двойная радуга. Радуга через молнию, вы сейчас только что наблюдали. Еще одна радуга через молнию. Жахает красиво. Причем жалко, что слишком светло, потому что если было чуть потемнее, то молнии бы вы видели лучше бы. Вот сейчас, да, две радуги, двойная радуга. Говорят, что бывает три, но три недавно сфотографировали, но пока только две. Вот, кстати, справа тоже осадки. Почему? Потому что, вот видите, с правой стороны тоже радуга. Ну, сейчас зайдем немножко в зону осадков, как мы тут. Аэродром наш, вот он справа, Курбан, он сейчас увидим, справа от радуги. Так что там все чисто, гроза к нам на аэродром не пойдет, потому что ветер сильный, 55 км в час, он нам сейчас попутный, поэтому просто ветер грозу не пустит. Хотя она так может достаточно долго стоять. О, а слева возникла какая-то супер радуга. Смотрите, какая супер радуга, она прям безумно яркая на фоне грозовых облаков. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Справа радуга продолжается. Вы можете нам полетать. Эй! Ну, в общем, очень познавательные полеты. Не скажу, что угадал. Ну, вот чувствовал, что оно так будет. И был запасной аэродром Сишин. Мы туда еще что приземлились, если бы здесь была гроза. Вот, собственно, было понятно, что до фронта можно будет дойти, набрать высоты и всегда дойти до Сишина в этом случае. То есть риска особого не было. Ну, а с точки зрения красоты маршрута, он просто потрясающий. То есть это вот сегодняшний день, он максимально технический. То есть вот несколько принятий решений, как обойти фронт, как там туда первый луч маршрута сделать. Вот это два, это шахматная партия. Вот сегодня партия. Идеальный полет. Ну вот, крайний взгляд вам ужас, который царит. Я не представляю, передает ли вам камера, как там страшно. Но вот поверьте, там просто страшнее страшного вот в этом месте. Вот. Затем я думаю, пора откланиваться, молнии больше нет. Ну, бывает. Дела. Okay.
Я срулил даже с полосы. Смотри, какой я молодец! Вот это вот самое веселое, пацанчик.